Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня вместе с вами будем распаковывать очередную посылку с сайта iHerb. Для экономии времени я уже открыла коробку, как видите, и на самом деле у меня было две посылки, продуктовая и косметическая. Я сложила все в одну коробку, убрала весь лишний мусор и давайте приступим к распаковке. Начнем, наверное, с косметики, потому что она здесь сверху лежит, и вот они. Видите, подарочки в конкурсе для моих зрителей, посвященному 5-летию канала. Вот еще одна подводка. Пришли, так что не волнуйтесь, если вы еще не участвуете в конкурсе, то самое время это сделать. Ссылочку внизу я оставлю на конкурсное видео. Посмотрите, что нужно сделать. На самом деле ничего сложного нет. Ближе к делу давайте о продуктах. Блеск вот этот. Он классный, он мне очень понравился. У меня есть такой. На крышке кнопочка. Включается подсветка. На самой упаковке есть зеркальце такое импровизированное. Поэтому вы всегда сможете накрасить губы. Даже в самой темной комнате. И он проявляющийся такой, то есть он становится розовым. Изначально он прозрачный, потом розовеет. Это очень красиво. Ну и, конечно же, подводка от Physicians Formula. И то, и другое от Physicians Formula. Отличная вещь. На кончике кисточка, это не фетровый аппликатор. Моя самая любимая подводка, которую я просто обожаю. Она идет в черном цвете на сей раз. Есть также на сайте и коричневый, но мне нравится больше черная. Поэтому вот ее я и выбрала в качестве подарка для своих зрителей. Далее от Physicians Formula также на пробу я решила взять вот такую тушь. Меня заинтересовала, конечно же, в первую очередь упаковка. Посмотрите, она очень интересная. Такая вот бархатная, да, вот эти красные вензеля. Это на самом деле бархат, здесь такая туфелька. Она заявлена как объемная. Насколько я понимаю, здесь силиконовая кисточка, либо пластиковая щеточка. Но пока открывать я ее не буду. Потом обязательно попробую и расскажу вам в отдельном видео. И из косметики еще здесь будет всего лишь два вот таких продукта от новой для меня марки, которая называется Джеффри Джеймс. Это сыворотка. Сыворотка с коллагеном и гиалуроновой кислотой, витамином С и зеленым чаем. Чем меня привлекла марка Джеффри Джеймс? Тем, что она использует только натуральные органические компоненты, без добавления всякой химии. Поэтому мне захотелось начать знакомство с этой маркой. И я выбрала, как всегда, сыворотку с гиалуроновой кислотой. Я люблю сравнивать подобные вещи. Давайте посмотрим просто, как выглядит сам флакон. Объем этой сыворотки аж целых 59 миллилитров. Вот такого прозрачного цвета она, с дозатором. И если вам интересно, давайте сразу покажу состав на упаковке. Ну и, конечно же, потестирую, потом выскажу свое мнение. И также я взяла крем. Он универсальный, ночной и дневной, насколько я поняла, с гликолевой кислотой, гиалуроновой кислотой и витамином С. Подходит для всех типов кожи. Да, здесь 5% гликолевой кислоты. Интересно. Ну, такой обычный, простой дизайн. Ничего лишнего. Стеклянная баночка. Но на самом деле марка Джеффри Джеймс не самая бюджетная на iHerb, но если это действительно натуральный уход, который работает, как пишут, то в принципе и не жалко будет. Но попробую, потом расскажу. Ну и в основном вот здесь в коробочке у меня продуктовые покупки. Очень много в этот раз я взяла специй от Simply Organic, потому что была акция, по-моему, скидка 20% на каждое средство. И я набрала свой любимый чесночный порошок. Взяла их несколько флаконов, потому что очень вкусные. Кстати, здесь 103 грамма конкретно чеснока. Дальше я взяла луковый порошок. Так, что это у нас? Тимьян, розмарин. А, это у нас прованские травы. Я очень люблю прованские травы. Дальше взяла
итальянскую приправу. В общем-то, тоже здесь. Да, много всего нужно разбираться, потому что здесь на баночках по-русски ничего не написано. И молотый кориандр, который я очень люблю и добавляю практически во все блюда. Очень люблю добавлять его в первые блюда, в супы. Обалденно получается. Давайте покажу еще один новый продукт для себя. Тоже взяла на пробу. Вот такая вот радуга нарисована и большое количество фруктов и овощей. Это концентрированные соки от Madre Labs. Никогда не пробовала. Здесь 90 граммов. В составе, сколько здесь, 30 индивидуальных пакетиков. И давайте поближе покажу. Уже открыла я коробку вот с этим вот витаминным концентратом. Для начала вот так поближе. Что это? Здесь, видите, состав указан. Здесь как концентраты фруктов, так и овощи. И даже здесь содержится где-то хлореллу, я видела. Перец, имбирь. В общем, вот так. Упаковку со всех сторон покажу. Вот такие пакетики, и внутри находится порошок, такой, знаете, состоящий из кристалликов, которые даже немножко напоминают марганцовку. И вот я развела это в обычной воде. Выглядит это вот таким вот образом. Видите, не растворяется ничего до конца. И по вкусу, мягко говоря, такой странный продукт. Немножко кислый, немножко сладковатый, где-то чуть острый такой, перченый. Ну, в общем, как написано на упаковке, можно это разводить в воде, в любимом соке, либо добавлять в смузи. Вот этот вот прям порошок высыпать и пить. Дополнительный источник витаминов и микроэлементов. Ну, не знаю, я пока вот не впечатлилась, не вдохновилась. У меня Антошка сразу попросил развести, вот так вот мы с ним попробовали. Он сказал, нет, это как в мультике «Маша и Медведь», дети такое не едят, дети такое не хотят. Так что это вещь исключительно для взрослых. Ну и, конечно же, здесь у меня орешки макадамия от Нао с солью, я их очень люблю. Большое количество вот таких вот пакетиков. Глазированный орех пекан, грецкий орех, сушеные яблочки, черешня сушеная, глазированная кленовым сиропом со вкусом корицы. Очень вкусное лакомство, и не раз вы видели в моих обзорах его. И взяла целых 3 упаковки ореха пекан. Тоже очень вкусный. У меня часто спрашивают, почему ты не покупаешь все это у себя в супермаркете. Отвечаю, невозможно в наших супермаркетах купить орехи или сухофрукты такого качества, как Nyherb. И по цене, вы знаете, когда я делаю заказ, например, выбираю какой-то продукт, мне Яндекс.Маркет подсказывает, что в наших российских магазинах тоже можно приобрести такие же вещи, только по цене в 2, иногда в 3 раза выше, чем на iHerb. На самом деле, это, конечно, не сильно радует, поэтому заказываю из Америки. И что меня радует сейчас, доставка от Boxberry у нас абсолютно бесплатная в пункт выдачи. И пункт выдачи находится рядом с домом, так что я вообще очень довольна. Мне нет смысла заказывать в Москве с платной доставкой к нам и по завышенной цене, поэтому вот пользуюсь тем, что нам предлагает iHerb. И еще взяла я спирулину. Я в пустых баночках показывала, что у меня закончилась вот такая банка, мы принимаем ее всей семьей. И вот от этого бренда мне спирулина нравится. Во-первых, сочетание хорошее и количество таблеток, цены и качество самого продукта. В общем, да, сейчас выбираю именно эту спирулину, надолго хватает, принимаем за раз по 6 штук, как указано вот здесь вот в аннотации. И еще из съедобного я решила взять на пробу по совету своих зрителей вот такую шелковицу сушеную
от Made in Nature. Кстати, жду еще одну посылку, где ко мне идет мое любимое манго. И еще заказала я на пробу от Now вот такую вот добавку, которая называется Kelp. По сути, это тоже водоросль ламинария. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Мне самой интересно. То есть это капсулы такие. Тоже попробую. Кстати, его нужно принимать по одной капсуле в день с едой. Вот таким был мой заказ на сей раз с сайта iHerb. Надеюсь, что видео вам было интересно и полезно. Обязательно с вами еще не раз увидимся после того, как я протестирую то, что я новенькое заказала, и обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну и, конечно же, если вы еще не успели поучаствовать в конкурсе к юбилею моего канала с вот такими замечательными призами от Physicians Formula, то обязательно проходите по ссылке, которая будет внизу в описании в инфобоксе, и участвуйте, если, конечно же, конкурс еще не закончился. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Обязательно увидимся. Всех целую и обнимаю. Пока.